красного оттенка в растворе нет. А это означает что? Что в дизельном топливе отсутствует наличие кислых солей. Продукт качественный, и мы можем отправлять его потребителю. Состязания завершены, и уже без волнения специально для нас студенты показывают, как в Ачинском техникуме нефти и газа проходили испытания регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия». В этом году он прошел в обновленных лабораториях. Были созданы мастерские, оснащенные современными тренажерами и материально-технической базой. Именно это позволило нам открыть еще один центр компетенции. Центр компетенции переработки нефти и газа. На современных тренажерах и в условиях, приближенных к реальному производству, в течение 3 дней участники демонстрировали навыки управления процессом переработки нефти и анализа химического состава веществ. Мы работали на симуляторах с полным погружением в работу в нашей будущей профессии. Это переработка нефти и газа, техник-технолог, оператор технологических установок. И, естественно, так как наша профессия тесно связана с химией, мы также делали лабораторные работы. Конечно же, для меня честь побывать здесь и честь поучаствовать в WorldSkills. Оснастить техникум современным оборудованием и открыть в дополнение к существующему центру компетенции лабораторный химический анализ новый центр компетенции переработки нефти и газа удалось благодаря поддержке Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Ачинский НПЗ, конечно же, благодаря основной массе операторов и лаборантов обеспечивает, во-первых, грамотное технологическое управление всеми процессами. Во-вторых, конечно же, строгий контроль качества обеспечивает задачу дохода этого продукта потребителям, а это миллионы, миллионы людей. В завершающий день чемпионата участникам и экспертам подарили памятные подарки от Ачинского НПЗ, который в эти дни празднует 39-ю годовщину со дня получения первой продукции. Светлана Саенко, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости.